Привет всем! Всем привет! Меня зовут Даник. И сегодня мы пришли на выставку динозавров. Здесь она будет проходить. Мы возле входа. Пойдем заходить. Да. А это такой главный вход с мордой динозавра наверху. Класс. Там какие-то шумы, динозавры рычат. Идемте заходить. Пошли. А здесь с самого начала вот такой вот скелет. Класс. Вы только посмотрите, какой огромный. Мне кажется, да, это настоящие размеры его, представляете? Вот такой вот он был. Обалдеть. А ноги какие у него, ты посмотри. А здесь как будто бы ведутся раскопки, да? Класс, как будто бы здесь можно найти какие-то косточки динозавра. А Данику дали вот такой вот какой-то телефон, который говорит, да, про динозавров рассказывает. Рассказывай что-то интересное. Нет. Идем к динозаврам, тогда он расскажет. Ух ты! Смотрите! Аня-то испугалась. Они не настоящие. Это роботы. Давай посмотрим. Ух ты, а у этого, смотри, лапа шевелится. Смотри. И рот открывается. Круть. Смотри, как у него шевелится хвост. Класс. Правда круто, Даник, да? Давай посмотрим, а эти как шевелятся? Эти шевелятся? Бедные дети боятся. Ну, что-то слышно здесь? Ничего не происходит? Я слышу что-то только. Рассказываю, да? А виндозавр. Вот, смотри, тебе надо остановиться здесь и нажать на единичку. Смотри, какого роста, размера был этот динозавр по сравнению с человеком. Рассказывают тебе там что-то? Рассказывают? Да? Аустрапатос пандилус. Господи, ну название у него. Какой красивый. У него глаза закрываются? Не работает? Пойдем дальше. А здесь динозавр, который лазит по деревьям, да? Пипиозавр. Этот динозавр называется платаозавр. А этот второй, который... А это пситкозавр. Вон он, пситкозавр. А там вон мультик показывают с динозаврами. А здесь рассказывают, как менялась земля. Посмотри, сначала было так. Потом земля менялась. Материки расползались друг от друга. Идем посмотрим здесь. А здесь динозавр крыльями машет. Это он называется патранодон, да? Патранодон. Вот у него здесь название. Но пишут на иврите. Птеродактиль, в общем, какой-то. Ух ты, а вот эти какие классные. Бахитспалозавр.
Смотри, какой классный. Шевелится. Он маленький, да? Все, больше не страшно, да? А здесь смотри, какой классный наверху. Смотри-ка. Класс. Обалдеть. Пойдем посмотрим, какой он по сравнению с человеком был. Какого роста. Посмотри, Анютка. Да, посмотри, вон там нарисован человечек маленький. И динозавр, видишь? Вон там. Какого размера они были раньше. Динозавры эти. Кто тут крякает? Еще смотри. Боже, какие они классные! Смотри! А вон маленький, как тираннозавр Рекс, только такой крошечный. Идем смотреть дальше. Ох ты! А вот это тираннозавр Рекс. Вот это зверь вообще. Смотрите. Посмотрите, какого размера по сравнению с человеком он был. Посмотрите. Сейчас посмотрим. Смотри, какие челюсти. Он должен глаза еще открывать. Смотрите. Посмотрите, какие у него лапки передние. Маленькие, да? Класс, вот это да. Вот это да. Когда он глаза откроет? Он спит. Голова у него, конечно, мощная. Тебе рассказывают про тираннозавра Рекса, да? Интересно? А вон еще один. Идем посмотрим. Так, а это апатозавр, Дань. Помнишь, ты его собирал? Апатозавра, скелет. Вот этого. Да? Идем его поближе посмотрим. Какие у него ноги мощные, да? Вот это да! Огромные. Представляешь, Даник, они когда-то ходили по земле вот такие вот огромные, да? Представляешь? Вот такие вот огромные они ходили по земле. Обалдеть, даже в камеру не помещаются. Такие огроменские. Он говорит, что он всегда выигрывал. Но он потому что сильный. Он был сильный и большой. Ему надо было какие-то преимущества иметь, чтобы побеждать у хищников. Отгонять от себя. А вот еще какой красавец. Смотри, как он близко головой тут шевелит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это карнотавр. Как он рот открывает. Сейчас он голову опустит, да? У него тоже маленькие такие лапки впереди. Смотрите, он как будто дышит сбоку. Вот это да. Идемте посмотрим, кто это. Похож на уточку динозавр такой. Какой у него номер? 10-й. Пойдем посмотрим дальше. Вот тут вообще самое интересное начинается. Да, Дани? Да. Это трицератопс. Ох, какой там огромный тираннозавр. Ой, боже мой, какие они огромные, до потолка достают. А у этого глаза открываются и закрываются, смотри. Какой огромный, боже мой. Он тоже шевелится. Вот это да.
Идем посмотрим, кто тут есть дальше. Ух ты! А это маленький трицератопс. Ребеночек, смотри, Анюта. А это кто? Анкилозавр. С броней такой. Смотри, Даник, какая у него защитная броня. А это что такое мелкое? Смотрите. Это маленький такой. Чучелка. Первая птичка, наверное. А это брахиозавр. Боже мой, он до потолка достает. Представляете, какой он огроменский был раньше. Вот это да. Вот это мощь. А хвост у него какой. Кстати, у этого хвост поломанный там на конце, смотрите. Видно? Поломанный хвост. А это кто такой? Парзауролопус. Вот такой вот интересный. Тоже, посмотрите, по сравнению с человеком, какой он был большой, да? Идем посмотрим на этого. Еще один тираннозавр. А вон маленький, как они называются? Это троодоны, вот эти мелкие. Смотри, мелкие какие. Пошевелитесь кто-то, пошевелитесь. Вон они, шевелятся. А это, смотрите, малыши вот этого вот огромного динозавра. Пойдем смотреть дальше. Идем сюда, ты уже все проверил? Нет. Да. Смотри, а это самый высокий динозавр. Посмотри, какой он огромный. Тираннозавр. Это, наверное, тираннозавр Рекс. Ты посмотри, какой огроменный, какая у него голова огромная. Вот это да. Смотри, смотри, Анюта, как... Вот это да. Вот это да. Мама, давай залезем туда. А вот мы залезли на самый верх по лестнице. Ух ты, какой! Ух ты, смотри, как рот открывает. Ого! Пошли дальше. Ой, а это кто такой? Не помню, как он называется, но он очень крутой. Табличку тут не повесили. Забыли повесить табличку, представляешь? Как зовут динозавра. Мама, это спинозавр. А, это спинозавр, точно. Огромный. Головой замотал сразу. Мне вот этот помог. Да, штука вот эта. Телефон рассказал, что этого динозавра, оказывается, зовут спинозавр. И мы сразу вспомнили. А Даник сейчас будет в очках смотреть фильм. Да, пишите. Ну что, классно? Он плавно пошел. Идет к тебе динозавр? Ой-ой-ой. Ну там же моя машина. יש לך כתוביות בלבן? קרוטה? А там небо голубое, да? А тут нет.
Смотри, как ты видишь, что к тебе идет динозавр. Ой! Ты динозавр. Я динозавр, да. Отойди. Даник, Даник, не вставай. Не-не, сядь. Да не убегай. Не надо убегать, сядь. Даник, ты сейчас врежешься куда-то. Прикол. Все, пойдем дальше. Что тут ищут дети, да? Что тут ищут? Кости ищут, да, динозавры? Оставили там что-то нам? Ну, есть там еще что-то, Даник? Вот классно тут, да? Древняя песочница для детей. Найди косточку называется. Даника сейчас фотографирует на вот этом динозавре. Вот так. Скоро будет твоя фотография, мы пока на динозаврах покатаемся туда. Покажи. Ох ты, какая красота! Смотри, Даник фотографию взял. Классно получилось, да? Динозавра, сейчас будем кататься. Вот здесь есть кнопка. Вау! Осторожно! Останови! Ой! Едь! Круто! Да? Я езжу за тобой. Какой он медленный. Они мягкие, они реально мягкие, силиконовые. Я самый быстрый. Самый быстрый. Класс. Не надо на меня нападать. Нет? Не надо. Вот эта игрушка, правда, Даник? Да. А шипы у него какие мягкие. Класс. Все, конец. А здесь игрушки. А, Даник, смотри, сколько динозавров много. А здесь для малышей уголок. Поиграться. Для маленьких. Будешь кувыркаться, да? Что, Даня, не хочешь поиграться, да? Давай посмотрим, какой компьютер свободный. Супер. Ты тоже игра с динозаврами? Да? Ой! Ку-ку! Ты где? Анюта, ты где спряталась? Решили перекусить, да? А мы с вами прощаемся. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока.